Дорогие коллеги, меня зовут Машкова Ольга, я психолог, когнитивно-поведенческий терапевт, руководитель отделения и преподаватель в Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Я приглашаю вас на наши тематические тренинги ТЭТИНы, посвященные самым актуальным техникам работы с клиентами с зависимым поведением. Это та тематика, которая очень часто встречается в практике психолога и психотерапевта. И даже тогда, когда казалось бы, что клиент приходит с другой проблемой или с другой нозологией, с тревожным расстройством, с депрессией, но эти состояния коморбидны с зависимым поведением. На наших тематических тренингах ТЭТИНах мы будем рассматривать самое важное, самое актуальное – техники работы с зависимым поведением. Это мотивационное интервью, функциональный анализ поведения, выявление внутренних и внешних триггеров, автоматических мыслей, разрешающих, предвосхищающих, облегчающих. Будем учиться давать на них адаптивные ответы, концептуализировать, потому что концептуализация будет отличаться несколько от привычной нам. Составлять план терапии, рассматривать и тренировать техники по преодолению тяги. И я приглашаю вас записаться на наш ТЭТИН. Спасибо большое за внимание.